здесь вот ведущие у нас веселые. Спасибо. Этого у них не отнимешь. Нет. Какой тост должен быть коллектив, как команда, я даже не знаю, какими словами отблагодарить вас всех за то, что вы есть. Вы знаете, я боюсь кого-то обидеть, но я хочу поблагодарить наше руководство. Это командиры нашего корабля, которые и штормы, и погоду, и во всякие приятности вели нас тем курсом, который мы не считали правильным, и теперь уже и мы убедились, что этот курс правильный. Я хочу поблагодарить всех ветеранов, всех пенсионеров, которые отработали в компании и уже за, так сказать, следователем этого корабля будут наблюдать с берега. С некоторых пор я отношусь к этой категории. Я хочу поблагодарить вас всех за то, что вы своим трудом доказали такой форме собственности, такой форме работы, как у нас, предстоит большое будущее. Большое – это даже можно все буквы заглавные. Люди, которые смогли довести нас до сегодняшнего дня, и 14 лет вели, господин Павлов говорил, что кто знает, у кого есть дети, те знают, что такое 14 лет возраст. Но это уже возраст, когда выбирают не только будущую профессию, но уже можно выбирать себе мальчиков, жен, девочкам, мужей. А нашей дочке, господин Клаус, тоже предстоит большое будущее. Я думаю, что вы еще будете посаженным отцом на свадьбе этой дочери. Спасибо вам большое за все, что вы сделали, за то, что вам еще предстоит сделать. Здоровья вам всем. Самого-самого всего наилучшего. И большое вам спасибо еще раз. За нас, за всех.